сети активно обсуждают видео, выложенное в среду в группе «Типичный Ханты-Мансийск» во ВКонтакте. Оно иллюстрирует и уборку снега в окружной столице и напоминает о том, что мир не без добрых людей. Как пишет автор поста, в районе улицы Шевченко школьник провалился в сугроб по шею. Самостоятельно парень выбраться из снежного плена не мог, пока его не заметил бдительный таксист Максат. К счастью, замерзнуть ребенок не успел. Спасательная операция завершилась благополучно. Представители администрации Ханты-Мансийска в свою очередь заверили, что все тротуары в городе своевременно очищаются от снега. Чиновники предположили, что мальчик намеренно пошел через сугробы.